Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область поднялась на второе место в ПФО по объемам строительства. Годом ранее наш регион был на 9-м месте в округе по этому показателю. Объем работ в 2023 году по отношению к 2022 вырос на 28%. Такие данные приводит Кировстат. За 2023 год в регионе введено в действие 3146 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 890 тысяч квадратных метров. Площадь квартир – почти 600 тысяч квадратов. Половина из них построена в Кирове. Увеличение темпов ввода жилья за год на 12,5%. Экономика. 216 миллиардов рублей хранится на счетах кировчан. Это сумма на 1 января этого года без учета счетов эскроу. За год она выросла на 21%, сообщили в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России. Более 97% привлеченных банками средств, или 211 миллиардов, приходится на вклады в рублях. В эфире «Экономика». 14 миллионов выделят на ремонт фасадов в исторической части Кирова. Это деньги из городского бюджета. На эти средства планируют привести в порядок здания в исторической части города, в которых есть муниципальные помещения. Предварительно в перечень, который еще не утвержден, вошли 29 домов, рассказали в горадминистрации. По оценке специалистов, на их ремонт потребуется порядка 14 миллионов. Решение о выделении денег смотрит Гордума 28 февраля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».